Здравствуйте, сейчас я вам продемонстрирую кардиганы женские, крем Швейцария. Цена за килограмм 1149 рублей, в упаковке 16 килограмм 520 грамм, стоимость всей упаковки 18 981 рубль, количество единиц 44 штуки, стоимость за одну единицу 431 рубль. А первое это пончо с капюшоном, идет очень теплая, крупной вязки, размер у него указан LXL. Дальше идет трикотажная резинка. Кардиган без рукавов, идет в захлест с двумя карманами. Размер у него указан европейский SXS. Здесь у нас 44 размер, все размеры буду называть европейские. Кардиган с длинным рукав скорее всего 3 четверти, идет в захлест без застежечки. Серый кардиганчик тоже идет в захлест с длинным рукавом, размер не указан. Ну, где-то в районе 44-го. Так, здесь у нас 38-й размер у кардигана. Рукава, материал похож на эко-кожу, но такую, знаете, тряпичную кожу. Не знаю, как назвать. Но смотрится в целом неплохо. Дальше у нас вот такой вот кардиганчик, тоже без застежечки, захлёст, длинным рукавом. Размер указан М. Вязаная жилетка с меховыми вставочками, размер у нее указан 42. Так, дальше у нас идет кардиганчик без рукавов. Ну, то есть, есть какие-то небольшие, ну, вот такие вот рукавчики, закрывают плечики. Размер указан SXS. Вязаная, скорее всего, жилетка, такая полужилетка с капюшоном, размер XL, сверху завязывается, глубокий вырез и глубокий вырез для рукавов. Здесь у нас идет вязаная пушистая кофточка, она такая, знаете, ксяборсистая, размер M, длинный рукав без застежечки. Так, это у нас что-то вроде пончо идет. Захлёст, размер не указан, но, скорее всего, может быть, до 50-го, я думаю, не больше. Так, это у нас кардиган на застежечке, объемный воротничок идет, размер не указан, но, я думаю, визуально 46. Кардиганчик без застежечки идет с длинным рукавом, размер европейский, 42. Так, здесь у нас кардиган, идет дырявая вязка, тоже не знаю правильно название, их очень много, все не запомнишь, длинный рукав, размер не указан, но небольшой, может быть в районе 42. Так, следующий у нас идет вот такой вот пестренький кардиганчик, он очень теплый, достаточно тяжелый, плотная ткань идет, ну, плотная вязка. Сейчас посмотрим размер, у него не указан, ну, вот так вот визуально, я думаю, 44-46. Дальше трикотажный кардиган, так вот с длинным рукавом. Размер не указан, ну, может быть, небольшой, 42-44. Так, это у нас белая понча с широким воротником. Воротник можно застегнуть и расстегнуть. Размер не указан, но прям совсем маленький, скорее всего, SXS. Вязаная жилетка. Идет застежка крючки, спереди отделка искусственный мех, размер S. Так, это у нас тоже кардиганчик, он идет удлиненный, без застежечки, длинный рукав, размер S. Кардиган, отделка по краям идет эко-кожа, длинный рукав, носится в захлест, размер указан S. Так вот, в принципе, его можно носить поясом. Дальше у нас идет жилеточка удлиненная, застежка кожаные ремешки, размер указан европейский M. У нас
под зебру тоненький кардиганчик с длинным рукавом. Размер у него SXS. Скорее всего, даже XS. Так, это у нас жилеточка. Я его спутаю. Длинная жилетка. Снизу сделана вот такая вот бахрома. Махрома идет в заклёст. Размер указан 2XS XS. Так, это у нас пончо, большое пончо идет. Так вот спереди накрест, снизу бахрома, размер не указан. Оно выглядит прям совсем большим. Я думаю, в районе 50-52 оно спокойно налезет, может быть, даже на размер побольше. Так, вот такой вот кардиган треугольничком. Размер маленький, скорее всего, XS-ка. Так, это у нас тоже пончо, вот так вот треугольное. Я его сложу, потому что нету места. Вот это вот все большой воротник. Его можно сложить, можно сделать мешковатым. Размер, конечно же, не указан. А визуально я бы сказала, что оно подойдет на 50-й, ну, вот плюс-минус. Вот такой вот кардиганчик на пуговке. Рукав 3/4, размер указан XL. Белый кардиганчик тоненький, без застежечки, с длинным рукавом. Идет, ну, что-то типа английского воротника, размер XS. Дальше у нас золотисто-бежевый или золотисто-коричневый кардиган. Европейская эсочка идет в заплёст с длинным рукавом. Вот Zara King указано. Так, это у нас тоже кардиган. Идет вот так вот по краю с бахромой. В заплёст можно носить поясом. Размер не указан, визуально не больше M-ки. Так, вот такое вот пончо длинное. Воротник водолазка, размера нет, но судя по тому, что оно очень-очень длинное, я думаю, можно на любой его размер, просто на него будет отличаться длина. Здесь у нас кардиган крупной вязки, рукав 3/4, размер указан L. Дальше кардиган по форме напоминает жакетик. Отделка по краю идет эко-кожа, европейская XS, рукав 3/4. Вообще все кардиганы в отличном состоянии, достаточно универсальные. Здесь вот такой вот небольшой кардиган-жакетик с длинным рукавом, скорее всего 2XS XS. Жилетка крупной вязки, два кармашка, в заклёст можно носить с кожаным поясом, европейская М-ка. Здесь у нас кардиган похож на трикотаж, резиночка, которая вот тянется. Носится в заклёст, длинный рукав, размер европейский L-ка. Кардиганчик с коротким рукавом, футболочка. Воротничок объемный, размер, скорее всего, 50, застегивается на пуговку. Так, это у нас длинный кардиган. В захлест идет, длинный рукав у него. Несколько способов носки воротника. Размер указан европейский 40, этикеточка на месте. Тоже удлиненный кардиган, синий, без застежечки. Длинным рукавом, размер не указан, я думаю, не больше М-ки. Так, и завершающий кардиган у нас будет последняя стопочка. Это вот такой вот цветной кардиган, тоже без застежки, с двумя карманами. Длинный рукав, размер не указан. Так, визуально это S может быть на M. Розовый нежный кардиганчик. Здесь сшиты маленькие розовые пайеточки. Он весь блестит. Размер 34.
Так, это у нас большая вязаная кофта, идет широким вырезом на спад, два небольших рукавчика, и к низу она сужается, держится по бедрам. Размер у нее не указан. Подождите. Может быть, это воротник. Да. Так, это пончо. А, вот так вот воротник. Два рукава. Просто рукава очень слишком снизу. Они меня смутили. Крупная вязка, косичка. Этикеточки все на месте. Попробую найти размер. Размер все равно не указан. Ну, вот так вот, судя по всему, небольшой. Я думаю, максимум 44-й. Так, вот такой вот нежно-розовый кардиганчик с серыми полосочками. Размер у него S. И последний белый кардиган с короткими рукавами. Идет застежка пуговицы на вороте. Размер XL. Сейчас вам были продемонстрированы кардиганы женские «Крем Швейцария». Цена за килограмм 1149 рублей в упаковке, 16 килограмм 520 грамм, стоимость всей упаковки 18 981 рубль, количество единиц 44 штуки, стоимость за одну единицу 431 рубль. На этом все, спасибо за внимание, до свидания.